Привет, друзья, с вами Карникс, и сегодня мы продолжаем играть в Террарию версии 1.3.08. Итак, в прошлом эпизоде мы мучительно, долго, нудно, избиительно наказывали нашего голема. Что я могу сказать по поводу голема? Я еще помимо съемки убил его еще, наверное, раз 20. Мне вот реально выпадало все, что угодно. Мне так и не выпал самонаводящийся топорик. Метательный самонаводящийся топорик. Я психанул на последнем разе, когда его убивал. Я потратил на него в целом еще где-то часа два, наверное. Вот, потому что пока нафармил, я вам сейчас все покажу наглядненько. Я оттуда, конечно, уже ловушки позабирал, все позабирал. Но я сделал там в джунглях, вот, телепорт. И вот тут я, собственно, сидел и занимался фармом батареек. Давайте, кстати, все отсюда уже заберем. Нам это точно не пригодится. Вот, занимался я фармом батареек. Что, собственно, занимает тоже время. Так, отдавай домой. Вот, фармил я батарейки, фармил, а потом смотрю, а толку, что я убил 20 этих големов, нет вообще. Вот. Каким выводом я пришел? К тем, что нафиг мне не нужен тот метательный молоточек. Ну, это когда я уже успокоился, когда у меня уже притухло все, где пригорело. Вот, я пришел успокоиться и понял, что, ну все, бог с ним. Ну, не надо оно мне, значит, ну, не судьба. Вот, поэтому мы... Сегодня я одну вещь хотел. Вот я как начал перековывать все эти вещи, и вот где оно, пиранью пушку эту сделал нереальный, это демоническим, короче, подточился так слегка и понял, что нихера себе, сколько оно требует бабла. Ну и пришел к выводу, у нас уже есть дисконтная карточка. Вот, она делает скидочку на магазине. Я думаю, давайте полностью сделаем этот наборчик. Там какое-то топовое кольцо, и сделается из золотого кольца и этой скидочной карты. Выходит там мега-супер кольцо, которое мега экономит, там помогает выбивать больше денег с врагов. То есть я думаю, а почему бы нет? Тем более возможности, вот, пиратская карта, видите сколько, да? Возможности у нас есть. Ну, я подумал, покажу вам, как оно происходит, собственно, как этот фарм. Большинство просто людей меня начали почему-то обвинять в том, что я из ниоткуда беру вещи. То есть, я вам расскажу, просто у меня между самими сериями где-то еще по часа 4-5 уходит на обычный геймплей, в котором я, собственно, и занимаюсь фармом и подобными вещами, которые, ну, на видео нет смысла особенно показывать, потому что это неинтересно. Тем более, что большинство фарма, слава тебе, господи, АФК. То есть, я становлюсь в фермочке у себя и добываю те или иные нужные мне вещи. Вот, ну теперь мы сегодня вам, точнее я вам сегодня покажу, как происходит у меня фарм, ну это будет более красивый фарм. Так я становлюсь, вызываю пиратское нашествие, тут становлюсь и отстреливаю в разные их стороны. Вот, а так я вам покажу, как это будет фармить, заодно мы подготовим аренку для последующих наших вторжений врагов. Это будет там и новогоднее это вторжение, и вторжение, которое происходит под тыквенной луной. Вот, мы это все будем проверять. Вот, так что сегодня я все вам покажу. Думаю, подготовим аренку. Аренка будет у нас, ну, такого, вполне стандартного типа, что ли. Она будет у нас идти с лавовой полосой внизу, которая будет наносить урон врагам. Потом будет полоса ловушек, которая тоже будет наносить урон врагам. Ну, в общем, все мы сделаем в ажуре. Все должно быть шика. Шиково, просто шиково. Давайте сейчас быстренько пока соберем это все дело. У нас тут море ловушек. Ну как море. Я думал еще, кстати, пойти в другой мир понабивать этих ловушек. Но что-то как-то руки не дошли. Вот-вот. Я хотел, хотел, а и все. И на этом я, собственно, и встал. На одном только хотел. Вот. А так мы сейчас быстренько все это проделаем. Нам еще надо будет хлорофитовую ферму нашу проведать, посмотреть, что как там. Я вот думаю, давайте вот эту полосу, наверное, сбреем. Она нам не нужна, мы тут капельку деформировать все будем. Вот верхние полосы можем оставить, а вот эти уже нам как бы не особо нужны. Так, тут у нас что? Давайте уберем тыковки и проложим камешку. Камешка у нас есть? Конечно, есть. Так, прокладываем камешку. Так, и тут мы делаем тогда вот так, зазорчик на один... На один пункт поднимем, считайте же. Так, это тоже надо убрать все дело. Так, и тут давайте два слоя камня сделаем. Просто пусть будет. Ой. Нырнул. Вот как-то так. Ну
Вот, другое дело. Я забыл, конечно, надеть аксессуарчики наши строительные, но ничего. Думаю, это не смертельно. Эта кирка, кстати, вещь мощнейшая. Добывает очень-очень-очень-очень быстро. Я даже не ожидал. Ну, это, конечно, вам не этот. Не бур, который как маунт. Но сам факт. Так, нам теперь нужно как-то тут залить лаву аккуратненько. Так, давайте подумаем, как тут мы еще сделаем. Я тут хочу сделать комнатку. Вот, у нас вся ферма длиной чуть больше экрана, да? Да, чуточку больше. Вот, вот тут как раз. Вот давайте тут уберем. И это все убираем. Вот это у нас будет центр, в принципе. Наша задача какова? Под этим каменным блоком провести кучу ловушек, самых разнообразных, причем желательно. А вот когда мы их проведем, мы берем... Мне просто до конца, я опять-таки, я импровизирую, я не делал заранее какую-либо ферму, арену, чтобы приблизительно прикинуть, как она должна все выкинуть. Ну, тут у меня оно как в голове крутится, так я и сразу же делаю, то есть... Поэтому как бы я могу слегка подтупливать для того, чтобы полноценно загрузить картинку, как она должна выглядеть. Тут я предполагаю, вот, ставим тут три блока, тут у нас будет стандартный кнопочный вход. Так, тогда эту полосу тоже сбриваем чуть-чуть. Тут у нас будет комнатка с основным хилом. Сюда мы даже меда, наверное, зальем. Вот так, так, так. Пока сделаем выход сверху. Давайте эти полосы, наверное, и вернем. Слушай, мы когда голема тут фармили, то убрали их. Давайте эти вернем. Они, ну, в принципе, не мешают, но пригодятся, когда мы будем забирать, к примеру, там хп. А, вот так, да. А дальше, нам в принципе вот эту нижнюю часть, нам надо тут не полосу, а хотя мы, по-моему, ловушку поставим. А, у меня ловушек с собой нет. Так, сейчас быстренько все возьмем. Давайте сразу возьмем провода, таймеры. А у нас два таймера, кстати, есть. Замечательно, камешку сюда. Давайте эту призывалку чисто, вот, пусть для виду тут стоит. Так, эти предметы нужны, цветочек нам не надо. Лампа нужна, костер нужен. Берем. Таймера есть. Ловушка с колючками. Ага. Все те ловушки у нас там, да? Ну, давайте и пламенный ловушек. Да, все, возьмем. Сейчас как начнем чудить, крутить, вертеть это все дело. Так, как я думаю. Давайте... Так, сначала я хотел проверить, ставится ли тут ловушка. Ставится, все. Это решает половину проблем. Давайте тут уберем все лишние провода. Так, 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 так. Главное, провода телепорта не убрать. Вот так, пусть там и остается. Ага, это я зря, в принципе, убрал. Хотя мы сейчас для каждого свой таймер поставим. Че, у нас все постоянно к одному подключено. Ой, не то. Мне наоборот нужно поставить. Так. Выводим, получается, провод для нашей... Тихо, тихо. Вот. Вот тут у нас будет подключаться ферма, которая нам будет добывать конфетки, чтобы мы регенили хп. А пусть она будет там. То есть я не буду бегать туда-сюда. Так, далее. Тут у нас, допустим, будет залита лава. Тут мы ставим ловушки. Как я думал... Давайте пламенные... Давайте вместо... Я не знаю просто на какое расстояние работает эта ловушка пламенная. Давайте вот так. Поставили проводок и сюда ставим таймер и смотрим, как она работает. Так себе расстояние на самом деле. Тогда мы ее убираем, вместо нее ставим дротик. Дротик уж точно далеко летит. Ой, не тут. Вот сюда. Да блин. Вот сюда, вот. Ставим дротик и с этой стороны точно так же вместо обычной камешки поставим дротик. Все-таки какой-никакой, а дополнительный дамаг. Так. Замечательно. Дальше. Давайте где-то тут. У нас все равно просто лава, если мы ее сейчас выльем сюда, она... Как это объяснить? Я даже не... Она испарится, скорее всего, потому что сильно большой объем блоков, и она не сможет просто разместиться на них всех, она якобы испарится. Поэтому нам надо это как раз разделить на несколько частей. Так, давайте вот тут поставим эту ловушку.
и проверим. Добьет или не добьет? Так, проводок. Ай. Вот, она четенько бьет туда, когда нам надо. Так, хорошо. А, тут точно так же. А, линейка есть? Линейки нет, ладно. Может даже не симметричненько. Хотя давайте чуть-чуть вот это елозим. Так, давайте возьмем другие разводные ключи, чтобы у нас это все разноцветненьким было. Так, сюда мы вместим тогда. Вместим лампу, костерчик. Хотя нет, там у нас будут механизмы подключаться. Вот сюда. Лампа, костерчик. Вообще давайте по центру будет. Так, а бафалки? Бафалки, точно. Бафалка раз, бафалка два. Так не пойдет. Давайте деревянные палочки. Вот, вот, вот они же нельзя, да? Не есть хорошо. Сюда станет, не станет. Тогда не проблема. Поднимаем комнатку на один уровень. Так, камешки. Руп-руп-руп-руп-руп. Ну же. Вот так. И теперь сюда втуливаем эту вещицу. Все, замечательно. Бафчики есть? Все. Там у нас будет медик залит. Так, а где лампа? Лампа? А, есть лампа. Все, с этой частью разобрались. Так, тут мы проводим разноцветные провода. Давайте. Эти сбреем. Считаем по количеству. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять этот отсюда, отлично. Теперь отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И на одиннадцатом стоит у нас еще одна такая же ловушечка. Шпунь. Все. Это мы будем включать нижние ловушки. И третий датчик у нас будет для включения. А, третьего датчика у нас нет, да? Ква-ква-ква. Ладно. Тогда будем одним синим включать все на свете. Все ловушки за раз. Так, проводим. Так, это чуть мимо. Не считается. Да, тут я чуть-чуть ошибся. Дротик надо просто поднять на один блок, потому что он будет стрелять в эту ловушку, и на этом все закончится. То есть... Ой, неправильно. Камешка. Вот сюда. Так, и дротик сюда. Правильно? Правильно, все. И с той стороны повторяем то же самое. Ставим раз, два. Проводим до конца. Этот убираем, ставим камешку. И на нее дротик. Так, теперь бы нам это все как бы проверить. Было вообще замечательно. Так, это сюда, выводим и вверх, и вот сюда. Так, а нет, нет, не так. На одну ниже выходит. Так. Но это уже похоже на что-то толковое. Так, давайте берем сюда, ставим и сюда. Правильно? Правильно. Раз. Два. Включаем ловушки. Дротики летят. Давайте хотя бы по несколько дротиков поставим, потому что они врежутся буквально в первую цель. И на этом весь... Концерт наш остановится. Так, дротики. Ой, зачем я его выкинул? Ну? Раз, два. Раз, два. Так, провод сразу же. Брэп. Брэм. И с этой стороны также. Раз, два. Брэм. Так, проверяем, что это нам дают. Огонь и 6 дротиков. Отлично. Нам бы круто, конечно, было интервалы поставить. Надо все заморочиться. Ну, бог с ним. Пусть будет так. Если что, мы доработаем. То есть, не проблема. Так, и дальше нам нужно проставить вот тут кучу ловушек. Кучу. Так, вот центр у нас. Как бы мы... Давайте. Наверное, все-таки заберем те ловушки, которые мы оставили у нас там, где мы фармили эти карты пиратские.
Там уже, кстати, появились ребята из секты. Сейчас я вам их покажу. Вот, видите, какие недоброжелатели стоят. Я к ним нос не суну. Уж спасибо. Ти-ти-ти, аккуратно, аккуратно. Сейчас заберем с эти ловушечки и... Оп, оп. Вот про вот эти ловушечки я, собственно, и говорю. Вот, 3, 4, 5, 6. Все, портуемся. Вру. Нет меня тут. А почему их только 10? Ага, вот 13. Теперь. Я сейчас думаю, как бы это сделать все покрасивее. Симметрично особо не выйдет, но красиво должно выйти. Так, ставим это сюда, так. Идет ловушечка такая, ловушечка такая, ловушечка такая, ловушечка такая. Вот-вот, как-то так. И вот так. И у нас осталось 7 таких и 55 таких. 7, значит, ставим еще в эту сторону. Сколько? 4, а в ту 3. Да, потому что тут последняя как раз копья. Так, в эту 4, в ту 3. Поехали. Раз, два, три, 4. Так. И сюда. А там последняя какая копия? Ага. Раз, два, три. Вот как-то так. А дальше через одну, чтобы на всю длину. Нам хватит же? Должно хватить. У нас тут будет, в общем, тупо кровавое мясо. То есть, вот, вообще. Мы можем даже не отстреливаться, в принципе. Хотя у нас дома уже побольше будет. Так. И H. Вот, ну как-то так, да. Теперь это все нужно отбить проводами. Мимо. Молодец. Опять мимо, так, мышка, не шали. А то я начну комплексовать, что я такой рукожоп страшный. Так, это хорошо. Так, так, так. Вот я еще что вспомнил, у нас тут освещение так себе. Ну хотя лава будет так там подсветит, неплохо так. Ням-ням. Так, теперь проверим, как это выглядит. Вот так вот ужасающе. Я только боюсь, знаете что, есть там боссы некоторые. Но это не в пиратской вторжении. В других вторжениях имеются боссы, которые повыше будут, чем вот это вот расстояние. Если что, мы просто ферму чуточку приподнимем. Вот, ну мне пока нравится. То есть тут будет постоянный дамаг. Так, с этим разобрались. Что нам еще нужно? Дэмэдж мы наносим, хилочки у нас в принципе есть. А, мед я хотел залить. И лаву нам еще тут надо залить. Давайте, ага, я сквозь них пройти же не могу. Так, давайте сначала с конца начнем. Раз, молодец, прям под себя, ну. Проверим, хватит тут. Так, тут хватило, отлично. Заберем еще. Как ты там пролез? Что это за магия была? Вы это видели? Он пролез сквозь эти... Как ты это делаешь? Капец, ладно. Так, берем лаву. Шпунь. У нас 3 отсека выходит, да? Да. Оп, бежим отсюда. Сразу за новый погнали. Ай-я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 й. Оп. Все хорошо. А чем мы тут вырезаемся? Тю. Странно. Так, давайте чуть размножим. Чуть еще. И еще. Все, достаточно. Так, и заливаем третий. Оп, и бежим сразу же. Бежим отсюда далеко-далеко. Ну вот, в принципе, вот эта мега-убийственная супер-пупер ферма, она готова. Давайте еще, я знаете, давайте возьмем зеленый ключ. Возьмем 6 активаторов, то есть еще 3. И 4 нажимные плиты. Нет, не 4 выходит.
Переключать. Да давайте вообще одну сделаем. Переключатель у нас есть с собой? Переключатель, переключатель, нету его с собой. Давайте возьмем переключатель один. Так. И сейчас забабахаем самую обычную, даже не автоматическую дверцу. Вот левой стороны, наверное. Да. Тут мы сделаем из камня. Так, меняем это сюда, камешек сюда. Вот как-то так мы сделаем из камня. А вот тут у нас будет выход. Все правильно? Да, все правильно. Давайте. Раз, два, три. Берем зеленый проводок. Раз, два, три. Оп, оп. И сюда переключалку. Все, работает, работает. Тут закрываем. Так, и нам осталось залить сюда только меда. Мед, мед. Ведерко, аккуратненько. Берем ведерко. А мы сейчас, конечно, ходы это все таскать будем. Но ничего страшного. Ну сколько? 4, по-моему, надо. Чтоб он там встал и начал регениться. Ап, 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 ап. Ч-ч-ч-ч-ч. Аккуратненько. Нам в идеале, конечно, надо бы одну ловушечку там таки убрать по центру, сделать в полу маленькую дырочку и в нее отстреливаться. Это было вообще супер, конечно. Так, хватит? Да, хватает. Давайте посмотрим. Так, тебя мы переместить сможем? Вот сюда, вглубь. Нет, не сможем. Давай мы тебя тогда этот соберем, поставим вглубь. Все, хорошо. Тут пробиваем дырочку. А тебя мы поставим вот где-то тут. Ты влезешь сюда? Все, мега супер компактное место для этого фарма. Так, это собираем. И тут можем постреляться. Если все становится очень туго, мы оп, в медик. И поехали дальше. Так, не забываем же еще, что у нас есть гидра. У нас есть два паучка. В принципе, неплохо так. Ну, давайте еще что-то не хватает. Тут, чтобы она была просто супер-дупер. Давайте ловушки выложим, они нам уже точно не нужны. Ням-ням, ловушки, ловушечки. Эти все вещицы. Вот как-то так. Ага, нам, ребятки, нужны патроны. Взрывной болт. Ну, замечательно. Ты же нам никак не поможешь, взрывной болт. У нас есть взрывные пули, но это очень опасная штука. Так, нам нужны блоки грязи. У нас их просто валом. Так, а хлорофит мы там возьмем. Давайте этот выложим. Воу-воу-воу, полегче. Так, у нас тут... Ой, что-то это вообще кисло заросло. Давайте с верхних начнем тогда. Вот тут вот неплохо, очень даже неплохо. Я прям горжусь с тобой, фермочка. Ать-ть-ть-ть, мимо. Так, ставим аккуратненько. Так, мир сохранился, походу. Потому что так пролагало. Так, ап-ап-ап-ап-ап. Давайте эти соберем. Раз-два, раз-два. Все отлично. О, там черепаху избил. Ой, хряк, уйди. Так. И аккуратненько. Сейчас посмотрим, кстати, сколько мы с этого всего дела получим. Аккуратненько. И собираем два верхних. Так. Нам, в принципе, сколько там? 6 руды, 1 слиток. 1 слиток это 70 патронов, по-моему, хлорофиту. Нам так прилично надо. Нешуточное количество такое. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Вот так. Ну тут толком даже жалко собирать. Так, мы это забрать сможем. Так, сейчас с той стороны облетим. Все соберем. Так, черепаха, не суйся. Вот сюда, оп, забрали. О, тут нас уже ждут друзья.
И прорываем. Так. Тут, 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 тут. Вот так. Красота. Теперь это все дело закрываем. Даже мое только одно отделение, да? Или сколько там у нас? 85, 10. Нет, мало. Надо будет 2 собрать. Нормально, я его киркой намахал. Ну, бывает. Еще один давай. Отлично. Даже могу не заморачиваться, не переключаться на оружие. Им теперь киркой можно разваливать. Их наглые морды. Ох, тут у нас веселуха, вы гляньте. Капец, капец. Раз, два. Тут раз. Забираем, забираем. Да, неплохо так, неплохо. О, вот этот хорошо разросся. Красавчик. Раз, два, стоп. Тут все дело обратно возвращаем. Парящу. Вот этот тоже хорошенько разрос. Так, Люха, уйди, уйди, уйди. Тоже киркой намахали. Мне все сильнее нравится эта кирка, скажу. И с этой стороны. Так, возвраточка. Два, раз, два. Оп, оп, оп. Так даже удобнее. По половинке, типа, расчищать. Харящу. Тихо. Не долетели. Раз, два. Чуть. Собрали. Сколько уже у нас? 192, ну это уже прилично. Нам по сути сколько выходит, если мы собираем сейчас 210, это... Ой-ой-ой, подсчеты, подсчеты. 210. Это почти могло бы быть 20... 4 слитка, по-моему. Нет, нет, неправильно, неправильно подсчет. Надо подумать головой. Сейчас, короче, мы будем думать. Мы сейчас пойдем быстренько это все переплавим. Так, тихо. А, моя любимая горгона. Я уже о ней забыл. Она повторила свой подвиг, как и в храме джунглей. Она меня тупо морознула, а я в этот момент летел. И булыгой я тупо упал вниз и получил кучу дамага. М-да. Такая себе история, конечно. Надо же хоть деньги забрать, там 30 голды выпало, по-моему. Есть кто еще? Не, все, поразбегались. 30 голды, да. Эту сферку заберем. Самое смешное, я хотел ТП-шнуться. Я уже на лету ТП-шнулся, нажал, а она меня в камень, и все. Мимо. Так, смотрим. Тут у нас еще 111 есть. Отлично. Давайте, давайте. А, у нас патронов нет. Что ж, давайте. Ничего нам не дадут. Так, это выкинем. Это сюда. Это сюда. Выкладываем. Не надо, не надо, не надо. Так, продаем. Мужичок, забирай. И иди наш торгаш патронами. Гони патроны, мужичок. Сколько? Ну, хотя бы 2,5 стака. Да. Раз. Раз. И половинку. Вот-вот, все, хватит. Погнали делать патрончики. У нас 322 руды. Это 50 моих слитков должно выйти. Уии. 53 даже. Not bad. И теперь берем и делаем патронтасики. Патронтасики есть.
Раз. Два. Три. Все, шикарненько. И у нас еще осталось 16. Нихера себе, мы почти чуть-чуть меньше 40 слитков потратили. Это провал, ребятки. Это провал. Сильно уж затратное это дело хлорофитное. Надо бы, наверное, еще два блока сделать фермы. Так, ну, собственно, что? Что мы ждем? Давайте приступим. Это у нас такое пробное веселье, то есть особо ничего крутого тут не будет. Так, ступенечки. Вход закрываем. Там это закрывать можно. Хотя, не, пусть будет. Ну. Вон к нам могут с этой ловушки перепрыгнуть. Могут же, могут. Поэтому давайте закроемся тут немножко. Ну, вот так. Чтоб даже не... Хотя и тут смогут. Ну, сейчас посмотрим. Как пойду, зависит. Да, о, блин, что я тупил? У нас же есть пиранька. Пиранька, она их всех сожрет, даже не поперхнется. Так, два пусть лежат. А ну-ка. Вот это сатанизм, вот это вообще ад. Сочувствую я нашим врагам. Че, они там уже идут, не идут? Так, музычка изменилась. Так, приехали пиратики. Ребятки, заходите. Вы там допрыгиваете, нормально, да? Ой-ой-ой, вот это было плохо. Так, ребятки, погодьте немножко. Я же вам помочь хочу. Ну ладно, до свидания. Не хотите так, будем по-другому. Так, нам могут птички мешать. А ты как сюда залезал, Нишук, а? Надо закрыть планочку, вот так. Вот видите, он тоже под люка пролазит, так как я пролез туда нечаянно. Давайте-то закроемся. Чё нам терять? Так, ну, ребят, вы не наглеете, пришли ко мне, прям в эту залезли, ну. Вот почему нужно тестить аренку. А потому что бог его знает, откуда же оно возьмется. Так, и теперь, оп, птичка, умри. Становимся сюда. Тени допрыгают, птица елозит. Ну и чё ж мы ждем? Запускаем. Ху-ху-ху-ху-ху. Да, неплохо, очень даже неплохо. Я вот что-то подобное ожидал. Вот как-то и так должно было. А ну шарики эти сразу выпадают. Вот, они перестали, да, еще даже не перестали, и выпрыгивают новые. Отлично. Да, сейчас, чтобы капитанчик пришел. Да, капитанчик нам вообще не помешает. Проверить сам дамаг. Ребятки, вы что там за это? Сейчас, оп. Ой, как хорошо. Да, мы относительно быстро, кстати, разбираемся. Не забывайте, ребята, основная цель у нас сегодня выбить нам сейчас эти колечки, монетки. Все вот это дело повыбил. А, знаете, что я еще забыл сделать? Проход снизу, чтобы лут собирать. Вот, да. О, кораблик прилетел. Здоров. А, он нам сюда будет десантировать ребят, да? Давайте кораблик. Капельку утилизируем. Ой, как хорошо хлорофитовыми пулей, да? Так, ты даже не думай. Хорошо, ой, как хорошо. Все, нет, кораблик. Не понял. А давайте проверим пираньку. Вцепилась? Нет, не вцепилась. Пиранька. Мимо. Есть, поймала. Нормально? Нормально и коцает, я вам скажу. Главное теперь от пирата уворачиваться. Тихо. Не наглейте, леди. Всех пожрал. Еще корабль. Ну давайте. Чем черт не шутит. Так, хильнемся чутка. Сколько уже? Три пушки вынес. Да, ребятки, пиранки, это вам не шутки, конечно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Всех поем. Так, выключаем это дело. Лучницу наказываем. Эй, мимо. Оп. Съели лучницу. Так, и давайте сразу же тогда и сделаем этот проходик. Раз, два. Так. Раз, два, три. Вот. Вот какой-то такой должен быть этот проходик. А главное вверх не копнуть.
А то будет беда. Так, провозим камешку. Так, надо с этим делом аккуратно, а то мы сейчас реально утонем в лаве нечаянненько. Вот так, и поехали дальше. Трюфель, ты как тут оказался? Тебе сюда нельзя, трюфель, ты чё? Вот, вот, все достаточно. Куча золота, куча мусора, 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 еще раз мусора. Чем мы ждем? А нет, ребятки, золотое кольцо есть. Это однозначно победа. Ой, тихо. Чуть не полетели, как Феникс. Так, это дело... закрываем. Так, у нас тут... О, видите, вот какая еще неприятность есть. Маленькая такая. Поганенькая. Неприятность. Оп-оп-оп, тихо, на ловушку. Там больше такого нет. Такой хитрый, хотел опять дырочку пролезть, ну. Тихо. Давайте сбегаем. Давайте продадим, наверное, сразу. Это нафиг, 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 все нафиг. Матросская шапка, нафиг. Снег, нафиг. Да мы и так его быстро убиваем, собственно. Так, ребятки, пришли, золотое кольцо. Так, кладем обратно. Вот сюда. Нам еще нужна монетка. Всего лишь одна маленькая монетка. Давайте теперь попробуем способ закрытый. То есть мы тупо закрываемся. Это все вызываем, запускаем. Призываем пауканов. Ой, гидру. Пауканов. И все, расколбас поехал, да? Вот до нас капитан дойдет, по-моему. Если постарается. То мы его пиранькой ловим, и он страдает. Ой, пиранька, конечно, раздает. Ой, пиранька раздает. Так, у нас знамя пиратов. Отлично. А куда мы его? А на ловушку можно повесить? Можно! Вообще, а ловушка работает? Не, ловушка-то не работает. Блин. Потеряли мы знамя пиратов. Вот капитан, кстати, да еле дошел. Мне это начинает нравиться. Было бы еще прикольно, давайте вот тут сделаем маленькую дырочку. Кораблик будет над нами пролетать, мы в него просто пиранью пульнем и все. Какой я хитрец. Но они в толком даже до центра не успевают доходить, а я ж там огненные ловушки поставил. Как это не доходить, ребята, вы что? Зря что ли ставил? И копья что же по центру. Неплохо. Вот мне нравится, честно. Только где там попугай умирает, я понять не могу постоянно. И тут еще... А, это эти чвякают. Все нормально. Это что такое? Золотая раковина. Супер. Обожаю. Это что? Абордажная сабля. Понятно. Довольно быстро мы их уничтожаем. Вон 70%. 70%. О, у нас появилась еще какая-то... Одноглазый пират, да? Ну, давайте. Будет страдать пират. Давайте, кстати, проверим, можно ли на планочке. На планочке нельзя вроде, да? Жаль, жаль. Можем его тут снизу провесить просто. Да, потерпают ребятки, конечно. Мне даже стрелять не надо. Вот это вот веселит меня, конечно. О, прибежал, боец. Пытался затащить, но не судьба. Это однозначно будет весело, я вам гарантирую. Все остальные эти бойни. Так, давайте, оп, все, уничтожили еще одну волну. Ну неплохо. Так, это дело собрали. Собрали. Уи-и-и-и. Куча бабла. Чё нам выпало в этот раз? Херня, херня, херня. Давайте следующую пока начнем. А, это еще не закончилось. Непонятно, кстати, почему она еще не закончилась. Ну ладно.
Все закончилось. Пиратика вешаем. О, поехал. Так, корсар. Одноглазый чувак. Че еще? Все. Все. Ой, давайте еще одну волну переживем. Че нам стоит? Воп-воп. Воп-воп. Добафаемся. Закрываемся. И все. Мы готовы. Пингвинчик одинокий такой ходит. Аж жалко его. А, кстати, да, давайте денежку выложим. Вот что-то я про денежку вообще забыл. У нас он платина. Даже две платины. Такс. Нам просто нужно еще перечантить эти все вещи. Я думаю, зачантиться полностью на защиту. Потому что с дэмэджем у нас так. Так, поехала волна. С дэмэджем у нас так, в принципе, проблем нету. Может, как раз за счет этих вещей нет проблем, но в целом. Я думаю, что лучше все-таки защита. Потому что у нас ее всего лишь 54. Вообще не густо так. Но, ребятки, приходите. Я заждался. Не долетел попугайчик. Как жалько. А он пытался. Пью. Давайте хп. Знамя... Такое у нас вроде есть. Ничего себе, его дамажу. Да ладненько. И хп неплохо дает. Вы представляете? И это ближний бой считается. А у меня на ближний бой толком ничего нет. Неплохо так. Пью. Что-то ребятки какие-то недовольные, по-моему. Не по их плану пошла игра, так сказать. Ой, как они пытаются. Ой, как они пытаются. Ну вот эти ловушки, это, конечно, жесть. Вот когда тут идет 4 абсолютно разных вида урона, то есть от ловушки огненные, от лавы, от копьев, причем очень странный копьев, ну ладно, от копьев и от шариков этих колючих. То есть 4 разных вида, то есть мне даже по сути вообще никак участвовать не надо, то есть каждый из них наносит, по-моему, от 40. То есть это в целом 160 урона в секунду минимум. Ну как бы я там реально не должен участвовать. Вот давайте вот этот. Сколько у него? 450. Ну вот и все. Ну молодец, ну, добежал до центра. Таких немного. Давайте мне копеечку, ребятки. Ой, умер. Копеечка — это вещь. Давайте, может, кораблик прилетит. Я его пиранькой покушаю. Нет, нету кораблик. Эх. Не поймал. Так, попугайчик, лови. Пиранья жрет еще там кого-то, ну. А, это она капитана поймала. Я думаю, кого она жрет? Очень хорошо идет. Геля, кстати, на фар... Ухухуху, 870. Ну, что вы в мою комнатку пришли? Я вашу приходил, что ли, ну? Что же вы такие нехорошие? Всех скушать. О, и кораблик пришел. Как вы все резко приходите? Как вы нужны, так вас нет. А как не надо, так нате, пожалуйста. Ага, его пауки едят. Давайте кораблик-то поедим. Ням, поймал? Да, поймай тут же кораблик. Да, поймали. Капитана съели пауки. Огорчение. Боль. Отлично. Просто вот пиранья это вообще. Ой-ой-ой, сколько нам тут конфеток выпало. Попугайте. Ой-ой-ой-ой, вы что? Ой, у нас там шарики выкатываются, кстати. Такой неприятный моментик. На тебе еще пиранья. Поймала? Поймала, да. Пауки, уберите эту пташку. Она сама не понимает, что чудит.
Она еще стрелок. А, она с арбалетом, ничего себе. Два арбалетчика, ребят, ну вы что? Обнаглели. Вас же пираньки съедят. Так, с этим вроде бы все, да? Выключаем. И это давайте тоже выключим. Все, пиратики уничтожены. Ой-ой-ой, мне это все влезет хоть. Нет, монетка нам не выпала. Но у нас уже есть два предмета из трех. Нам необходимых просто. Смертельно. Давайте еще тут соберем что. Тоже нет. Обидно, конечно. Конфетки все съедим. Никому не оставим. Все сами съедим. Оп, оп, торгаш. Ой, забирай это все. Золото ворованное. Убираем, 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 убираем. Не, ну это мы, конечно, оставим. Это дело святое. Гелюшка. Ну зато хоть баблом запаслись неплохо. Где у нас гель? Гель, гель. Гель. Ох, сколько у нас геля. Ёпперсеты. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7500, ребята, 7500 геля. Боже, куда? Куда я его дену? Ой, капец. Вот это я сам еще буду фармить, ребятки, уже не буду вас отвлекать. Вот. Чтобы вы просто поняли, как занимаюсь я фармом. Ну, заодно мы с вами подготовили аренку для будущих сражений. С разными вторжениями и все тому подобными вещами. Так что спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Если же видео вам понравилось, не забывайте подписаться на канал. Встретимся в следующем эпизоде. Удачи!